посадки это взамен тех деревьев, которые были срублены на улице Архангельской, почетной стороне. То есть там, ну, город развивается, город живет, то есть нужны новые теплосети, новые инженерные сети. Поэтому было принято решение о вырубке деревьев и посадке их здесь, в свободном месте, то есть посадке лип 27 штук. На Архангельской порядка десятка, по-моему, да, было вырублено деревьев, да. Соответственно, ну, здесь несколько раз больше было посажено лип. Вот это место, как нам показалось, во-первых, оно здесь пустое, во-вторых, какая-то защита, шум и пыль для жителей, поэтому было выбрано именно этот участок. Липы от питомника, к сожалению, не череповецкого, ярославского питомника. 1,5 метра их рост, скажем, рост, да, возраст лип, по-моему, не меньше 3 лет должен быть, чтобы они прижились. Если вы обратите внимание, это грунт специальный привозной, это подпорные какие-то, да, вот эти опоры, это полив водой несколько раз, соответственно, мы уверены, что эти липы приживутся здесь. Это то растение, то дерево, которое будет расти хорошо, быстро, и уверен, что будет только радовать горожан.